будет что-то мутить. Как будто они из творога, вот реально. Невкусная папа фрукты домой принес. У нас танцы, танцы. Натачивает танцы, да. Подпер себе ручкой, прикольно. Ну что, уборочка у нас очередная. Всем привет. Кто у нас тут да-да говорит? Ох, потерял ручку. Он пошел вообще музыку делать. Батареем. У нас тут и Артур тоже постоянно так делал. И Тёмка теперь. Да, Тёма? Какая ручка классная, музыкальная у нас. Вот, в общем, мы сидим дома, потому что на улице какая-то бяка-бякошная. Мы в такую погоду не любим ходить вообще. На улице делать нечего. Да? Вот Аринка там что-то себе печатает, будет что-то мутить, делать, да? Но она секреты не любит выдавать на камеру. А без камеры только в путь. Ой, Тёмка, Тёмка, сколько ж ты психовал, вот не ложится спать и все, да, Арина? Ну ничего, справились, все хорошо, заснул наконец-то. У нас уже третий час, 14:14 времени, там и папа скоро придет уже через час. Решили попить с Ариной чайку. В общем, прикол сегодня был. Но булочки же часто пеку, вы знаете, да? Тут на свет сейчас подойду. Сегодня с утра замесила и, представляете, забыла добавить соду. Ну, они у меня с черносливым пюре, детским пюре, там с баночек ложу, и вот это вот кокос. И когда они пеклись, пахло реально творожниками, ну, сырниками, как называют их. Как будто они из творога, вот реально, и на вкус тоже. Консистенция такая, которая мне не очень нравится. Сейчас покажу. Вот, но они реально получились вкусными, даже без соды, представляете, такими вот. Реально, как кушаешь творожник этот сырник. Прикольно, конечно. Ну, вот так вот. Все-таки, видите, получается, что-то получается вообще неожиданно очень. У нас такие рецепты, кстати, есть на канале. Неожиданно просто получается что-то, даже не... Не подозреваю, что такое может быть. Ну что, вся семья собралась. Папа пришел с работы, принес кабачки. Это классно. Но мы еще не съели. Смотрите, сколько у нас еще кабачков. А еще мы сейчас за них возьмемся, все съедим. Да, кстати, сейчас, вот недавно, полчасика назад, смотрите, что я стерла. У нас рецепт есть на канале, кстати, только с зеленым луком. Там, ну, у нас его нет, поэтому с простым сделали, заодно и попробуем. Здесь половина картошки, половина кабачков. Пожарим такие дряники на крупную терку. Посмотрим, как вкусно. Ну, мы снимали рецепт, значит, было вкусно. Просто здесь с белым луком будет у нас, было, да? Было. Вот. А где кабачок, что Артур грызанул? Вот у нас Артур. Я смеюсь, говорю, невкусная папа фрукты домой принес. Артуру не понравилось, короче. Вот, да, у нас полшестого уже. Ой-ой-ой, давно мама не снимала. Пожарили картошечку. Молодой, очень вкусно. Без ничего, просто соль жарим, нормально вкусно. И все, и будем сейчас обедать. Да? Угу. Так что пожелайте нам приятного аппетита. Приятного нам аппетита. И вам тоже. Да, и всем, кто кушает. Вместе с нами. Садитесь с нами. Все, бросайте, садитесь, ешьте. Хватит делами заниматься. Пора уже да. Ехать. Ну вот еще один у нас любопытненький. Хожу везде с ним. Руки сам меняют в моей руке. Представляете, какой деловой уже. Вот, все, убрал руку. Не дам ложку. Давай. А. Ну, подожди, прожуй. Давай. Он боится. Вот что вкусненькое. Мы кушаем тап, тыжечку очень любим. Морковь, яблоко, тыкву очень вкусно, да? Вот это он ест, таптышку. В следующий раз маленькое счастье мы не будем брать, мы будем брать таптышку.
если, надеюсь, будет там все. А то-то бывает и нет, представляете, даже выбрать ничего. Ну. Так, приятного аппетита, Тёме тоже, да. Ну что, вот у нас и процесс продвигается, да? Что-то не те это. И не прожарится котлетами. Горячая все время не бывает. Так, а мне тут ползет, встает и почти ходит. Натачивает танцы, да? Что? Привет. Привет, солнышко. Вот, мы ждем. Ждем. Мы, короче, ничего не делаем. Только Вова печет эти дряники. Дряники котлеты, в общем, он делает. Артур, как дела? Как дела? Так, Тёмочка, держись. Артур тут пришел ко мне, бозыски. Как вас двоих удержать через меня? Осторожно. Скажи, я маленький еще. И все маленький, скажи, не достаю. Да не надо, не надо, нет. У нас танцы, танцы. Арина, я тебя не вижу. Смотрите, как Вова танцует и наслаждается едой. А мы с Тёмой тоже слышим песенки. Ему интересно. Не могу себя танцевать. С морковкой. Тёма смотрит на Вову. Артурчик, представляете? Песни слушали, клипы смотрели. Он прилег такой, бедолага. И пока мы разговаривали, он уснул. Никто даже не ожидал. Вот это да. Подпер себе ручкой. Прикольно. Вот. Так что все. У нас время. Вот без отца. Ну, в половину уснул, короче. Восьмого. Ну, прикольно. Осталось самого маленького малышку уложить. Тогда будет дальше классно. Время уже спать ложиться. В общем, увлеклись мы. Вова идет. Без майки. Привет, Вовины ноги. Вот, в принципе, увлеклись. Сначала с Ариной играли в игры на телефоне. Потом смотрели с Вовой проекты дома нашего. Ну, так, по параметрам там. Выбирали, и все, и, в принципе, уже время спать ложиться, ничего больше не снимали, поэтому всем спокойной ночи, ребята.